Austin SP-302 – это полувнедорожная шина, и поэтому ее беговую дорожку собрали из бесчисленных пирамидок. Каждая сторона каждой пирамидки понемногу вкладывается в тягу, а сообща они становятся грозной силой, способной свернуть маленькую гору. Учитывая потенциально недружественную среду эксплуатации, шину выполнили и стойкой к износу резины. Добавок шашки сделали повыше, чтобы шины отходили как можно больше километров. Главное об особенностях протектора. Центральная разделительная канавка закладывает основу для эффективного дренажа. Плечевые зоны высокой пустотности способствуют легкому очищению на ходу. Много отзывов о Austin SP-302 читайте на сайте автосеть.by.